Сюрприз Кейс. Это сайт, на котором ты можешь поднять топовые вещи за мизерные цены. Кейсы стоят от 30 до 250 рублей. Никаких подкруток. Все зависит от твоей удачи, бро. Не веришь? Зайди на сайт по ссылке в описании и посмотри, как топовые блогеры проверяют рулетку. Вы можете выиграть PS4 Pro, 4K телевизор, iPhone и многое другое. Гарантированные эмоции, бонусы для клиентов. При регистрации вы получаете 5 кейсов в подарок. Доставка по всему миру. Сюрприз Кейс является зарегистрированным товарным знаком. Все лицензировано. Удачи, бро! Ссылка в описании. Ранее в сезоне. Мужики. Да, сера, ага, камень. Скрепа. Попал, минус он, все. Попаду? Откуда это вообще? Мистер Фрост. Гандон. Потолок выжигаем, и все, и металл внутри, он какой-то ебанько. Да-да-да. Ой, как хорошо, шкаф, выпрыгнем с него. Слева, слева, внизу, слева, внизу. Ярость, берсерка! Нет, хватит грибов. Ты попадешь в ад адекват. Заречь! Не, ну шкаф бы там взорвать сихами этими, потому что там тоже живут должен быть. Ну пока ночь, может, бабовки скрафтить. Печки еще. Так, давайте думать, ребята, что мы изучаем. 500 скрепов имеется у нас. Кровать. Кровать изучена. Зеленые патроны. Может, зеленый патрон, да. Зеленый патрон, дальше. Ледоруб, наверное, да? Да. Ледоруб изучаю, все. Может, так, какие-то... Не, ну адекват, там и аксески нужен, ледоруб. Да подожди с ним еще. Огненная турель. Сейчас подойду. Ну а что тут еще патроны шприцы звучил? Так, ничего так, не оставили? На... Не, нет. Вроде ничего. Все, отходим от. Human meat. А, печка сломала. Опа! Вот печка. Это сюрприз. И сам хозяин дело, дома. Да. И здесь у нас... Кирки. О, тело на калаш, турель, бобовка, пешка. Компонентов нормально. А вот я что-то этого... Во, я и думаю, что-то не открывается. Да, СМГ, алло, автоматика. Ой, бля, я... Да. Бля, ребята, есть у вас патроны? Да. Ебать. Ой, порох, ребят. Нормально. Опа. Забираем. Так, этот, а чё этот ящик-то никто не лутал большой? Я фу. Забирать. Пешечка. Да, вот это нормальный такой сюрприз. Всё забрали. Угу. Приятный. Дом, просто две двери открытые, лол. Кирку заберите только. Кирку жалко. Всё, забрал. Я понес до дома. Ой. Да, слушай, нормально. Печечки. Дайте подсад. Угу. Какие печечки? Печка вывалилась вот с металлом. А-а. Так, два тела спят. Шкаф есть, дверной проем, дверь не на замке, открыл. Так, пустые ящики. Пустой ящик. Пустой ящик. В шкафу немного резь. Шкаф открытый у них. Да, в шкафу все было, ребят. А ящики все пустые. Кости, отлично. Надо было нажать открыть, чтобы он закрылся. Л, логика. Все, ребят, заряжено. Адекват, ты серьезно, видел наш ящик? Какой? С порохом. Ну да. Мало? Блять, да. Экономика должна быть экономной. Да, особенно когда сосед онлайн, и всякую залупу будет тебе ставить, пока ты долбишь этим дробашом. Че там ты будешь ставить, там ему уже ставить некуда нахер. Так, Настя, дай пройду. Он, блядь, с трудом нашкреб на какую-то железную боссовую дверь, блядь. Еще, конечно, ставит. Мне кажется, он не такой бомж. Ну турель. Да, турель. У него турель? Да. Я люблю разряжать. Разряжаю. Мэтт, поднимись наверх на 5 сек. Я зайду, пожалуй. Ну, нахуй. Смотри. Выключи свет.
Туда ящик поставим. Над тобой. Эксплозив? Эксплозив и еще что-то можно. Ресайкл. Да, я бы поставил здесь ресайкл, а там бы заменила ресайкл на второе говно. Угу. Ну нормально же, можно никак это... Сидеть, да? Это никак не влияет на то, чтобы достать до ящиков там и так далее. Не, не, отлично. В стране этого говна. Ты если его еще это не торцем, а боком воткнешь, его удобно будет лутать с боков. Да? Да. Возродилась со стрелой в это в груди. Нормально. Это тебе на память. Вон убегает. Ага, вижу одного. Да, вот этой чеки. Угу. Убил. Минус, да, с дробаша отдал. Еще где-то. Ну, еще двое должно быть. Вот. Они, походу, заносить трепа. Пошли, а этот на шар пошел. Блять. А что в нем? Сульфур. Нет, в нем нет сульфура. Не. Это я сгорел. Ну так по дороге-то дальше. О, базарят в доме, ребят. Вот этом? Ага. И причем это, походу, китаец. Что за китайский Чаунтаун, блядь? Или как вот он? Чайнатаун. Чайнатаун. Чинтаун. Сейчас выходить будет. Пропрыгивают. Ну если что, дом бабок до хрена. Не, я вряд ли это отсюда. Давай ты выходи уже, что ты там пропрыгиваешь? Их там несколько, это они. Угу. Так, оружие взял, скинули. Все. Стрелы. Арбалет, возможно. Угу. Бегу обратно. У нас. Вниз, это не стреляй. Это голый, голый. Во входную дверь, да? Угу. Ну он палит это, чему да, вот да, это сзади? Да, вот да, седой петух. Сколько там дверей примерно? Штуки 4, 5. Натя, сколько серы ты несла? А, штуки 5, 6. Ебать, их нельзя оттуда выпускать. Сзади тебя. Я подхожу. Кто стреляет сейчас? Да. Я подхожу. Я. Они, короче, стучатся, эти петухи. Mm-hmm. Давайте мы им постучим тогда. Мэтт, ты же делала бобовки много? А, уже отходи почти ящик. Ящик уже почти? Отлично. Рэк, а что ты рога не одел хотя бы? Блядь. Ну ладно. Броню что не одел железную? Блядь. Хватит, перестань. Сука. Так, ребята, это мы подходим. Угу. Им бы открыть сейчас одну, открыть бы одну. Так что ты постучал? Ты постучал, что ли? Нет, я пока подошел, думал, сговать бы. Да они стучат. Они, да, долбятся. Сейчас что-то будет пиздеть. Да, пацаны. Все, они вас оскорбили в чате, вы должны их... Да? Что они написали? Они написали на Q15 8 геев. 8? Да, ну, с математикой у них плохо. Ну, китайцы всегда все плохо. Они себя тоже добавили. Ну, возможно, кстати. А, ну да, плюсанули. Вот дома, голый. Да ёмана эта херота, сука, одна. Они там долбят что-то, блядь. Они хотят, наверное, дверь еще поставить. Угу. Ну быстрее разваливайся. А, дверей нету, лол. Сюрприз, мазафака! Я внутри. Один из них отгнил.
На горе тело, которое через дорогу. Взорвись! Взорвись! Это Надюха там лутает. Кажется. Ты там на горе, Надюха? О, прыгаю. Нет, это враг. Слева от флага. Ну быстрее, сука, сучья, сука. Я за шариком. Хэдшот! 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 Минус! Хэдшот! Минус все! Да? Мазафака! Бич! Дерево, в них реса, ребят. Ледоруб в них. Бегу. Блин, я херово встал. Скидывают, скидывают рез. Да, они все равно ничего не сделают. Вот это рейд! Да! Помпа рулит. Бля, просто хедшот, хедшот. Это жесть. Взрывайся, говно. Зажег две. Давай! Бомбич! Еще одна. Взрываю. Но здесь удобно. О, а там рейд ёлками. Угу. Нету никого. А, он кильнулся, этот дебил. Серые ребята, очень много, это они. Это они. Это они Надюху убили. Наказано. Все, я спас себя от мужчина. Извините за выражение. Выебано! Все. Полегчало. Рейдж! Ребята, лутаем, там трупы еще вот этих чуваков лутайте. Да, я там. О, тыков 27 штук. Так, кожа у нас хуёво. Все. А, шкаф надо раздубенить сейчас. Да чё, хорошо. Накинешь? Да? Ну, у меня нету, нечем накидывать. Ребята, залутайте, тут трупы лежат, фуловые лута. Еще раз повторяю. Я подхожу к вам. Давай, Надюш. Бля, ты с шарика патрон. Идешь, да, Надя? Да. Я иду, два патрона есть. Да, давай. В шкафу. О, еще резко. Да-да-да. Надя, ты где? Вот я поднимаюсь. Давай к нам. Вот, твоя сера, забирай. 5000, как и говорила. Сейчас я еще скину серу. А, вот он. А так. Это моральный ущерб. Да, да. Бонусы. Вот, одежда, ну, эти, да, ботиночки, вот, оленя. На выходе. Что взять? На выходе, на выходе, на выходе. Металлическая дверь. Что за голый чувак спрыгнул? Враг. Минус он, все. Так. Есть замок кодовый, ребят? Там. Был где-нибудь? Железный. Есть, все вижу. Было. Все. А зачем кодовый? От... Деревянный? И закрыт. И все. Все, это а, чтобы все. Они зашли снаружи. Mm-hmm. Шкаф там был? Мы же его о, разбили. Есть шкаф. Есть, а, есть. Да. Все, да. Отлично, пацаны, живите дальше. Все, шкаф поставил. Кодовый замок еще один взял, ставлю его на шкаф. Ух, что? На! Сидит тут такой. Извините. Ой, опа! Все нормально. Минус. Нормально, нормально, нормально. Сидим. Ой. Пока здесь. Сидим пока здесь. Не топаем. Двери у нас стоят. А че не топаем? Или топаем? Че? А че ты боишься? Наверху. Так, двойные двери. Куда их поставить здесь можно? Никуда? Меня утает. Угу. Так, есть металл жареный? А порох есть? А, блядь. Есть у меня. Ничего нету. Я возле шкафа. Они ушли. Угу. Подними. Вот, внизу. Так, вот металл вижу. Это металл. Дай мне. Короче, в сторону нашего металл. Дома дай. Два человека пошли. А, порох. Я встал, блядь.
Делаю еще дверь, кодовый замок. На шкаф поставим. Так, блин, клашистов бы сейчас давай, вынести, да. Конечно, на изи. Ну, у нас ресов много. Да, но у нас ресов много, поэтому я не хочу сейчас на данный момент рисковать. Давай потолок разобьем. Да-да. Давай-давай. Деревяшковый? Да-да. В смысле ножом плохо бьет? Надо по точке попасть адекватно. Ой. А, блядь! Ну что такое? Ударило! Не надо, не надо. И так много народа. И так разобьем. А вы закрыты сейчас? Да, да. А, ну, ништяк. Не, заготовка чисто. Заготовка. Угу. Блять, из-за этой заготовки пол хп потерял. Прости. Вообще жесть. Все, на шкаф поставлен на и так, дверь. Так, голова без мозгов. Так. Так, с них все залутали, да? Ну, так себе. Смотри. Ну, а что тут? Все, не, ну, нормально. Такая все. Херня сейчас. Скрапы были, были? С 54. Нам хватает. У меня 109. Оу, е. Так, ну что, погнали шатать клашистов. Гоу. Сейчас я навстречу вам выйду. Я вышел. Они ушли в сторону нашего дома. Видите, там домик стоит маленький такой, каменный. Угу. Они прям засели там. И сразу засели? Ставят. Засели. Они сразу хеды ставят. Да? Идем тогда понизу, через шарик, ребят. Хорошо. А вы короче, средствами, лютые, да, пацаны? Ну, да, конечно, мы, да. А чем еще? Через шарик идем. Не, ну там сидеть, ссаться что-то 2 часа и забей. Он в чате пишет про читы на стрелы. Ну, про лучников этих. О, там это, булькает. Кто-то переплавляет. Да пускай плавят. Зарыжено. Ага. До последнего ждал, пока до дома не дошел. Значит, ну, так напряженная ситуация. Есть немножко так. Пусть так, такая. Делаю сейчас теперь боб эти сихи на соседа. Но там сихи уже надо, там быстро. Там сделаем. Может турель поставить свою. Сейчас, подожди, СМГшку изучим. Все, изучаю. Так. Добрынь, так эти шприцы-то не отдал, на. О, я донес. Спасибо. Дома отдал ему, главное. Жесть. Так, все, изучил. Так. Хай-квалити. Я сейчас сразу сделаю парочку СМГшек. Потому что автоматическое оружие, я думаю, нам пригодится. Да кто постоянно эти печки-то таскает? Они нам нахрен не нужны. Красные патроны! А, Бонни! Сопля! Подожди. Потом кинем, да? Да-да, потом кинем, да. В смысле? Вы куда тут рисунок кинули? Ебо. Идем. Прямо входа справа. Кто там выбежал свободно так? Я. Эй! Твою мать, блядь. Минус один. Минус рекордс. Ой. Нормально. Минус я. Давай, мочи его. Мочи. Я го. А, ты там? Всех мочи. Все, молодец. Все, все? Нахуй. Да. А почему он меня сваншотил в броне с одного выстрела? Это я. Тоже все, не стреляйте. Какими там патроны-то были? Зеленые. Зеленые? Все, что нас шла, скинуло в ящик. Или а я с бабовками с выбежал со всеми этими. А, давай с фонариком мне. Да, Врыня. Держи. Короче, поставил я свапы для вас, фармеры. Вот, поэтому я сейчас одеваюсь в вас и делаю, блин, я делаю для вас свапы. What the fuck? Сколько вы стрел обычно берете, Мэтт? Не знаю, я зажраточная, я уже по 40 беру. Ясно. Ну, 36, короче. На 4 меньше. А лестница-то у нас где это? Где-то должна быть. Ее изучать. 30, 40, 46 бобовых сих у нас. Нету лестницы вообще нигде. Блин, ну вчера отжали, я точно помню. Нету. Была. Есть только люк между прошлым и будущим. Вот, да.
Да, херувато. Теперь мы изучим люк, но у нас не будет есть. Так, все, погнали. Пожрать. Финн, так ты один. Бронька же есть нормальная. Железную одевай нашу, самурайскую. Губы не порвал? В смысле, а там уже потолки какие-то стоят. Наши лазили? Так а в смысле он вышел? О, ну не знаю. Дурачок, что ли? Да, наверное. А где Рекордс, я не понимаю, он стоял одетый? Ну, я на улице. Да? А где ты именно? Мы с Феней уже, ой, с Добрыней. Из дома. Добрыни, ты здесь, да? Да, да, я тут. P14, Q14 могут калаши уже. Там ланч сайт, там КД сбивают вертолеты, блядь. Вся, а где турель была? Наверху, на крыше. Вот, а, где дверь ванная открыта. Угу. Чё надо? Безопасное расстояние надо. Понял, понял. Кто ставки делает, что Рекорд первый приходит? Традиция. Завязывай со своей традицией этой. Так я же один остаюсь на внешке, получается, обычно. Готово. Ну, он тут сюрпризами. Феникс, аккуратно. Да, здесь у него ловушки всякие и так далее. Он так, может это... отойди, отойди. Дева спит. Да, он спит. У него патроны, у него пешка, шприцы, железная броня. Типа. Вот такой вот он бич. Так, и три двери. Надо просвечивать. Одна из них на крышу ведет. Воу. Вовремя я слетел оттуда. Нормально. Минус. Так, ага, шкаф, ребята, лутовая. Так, у него здесь еще шприцы, прицел. Костер разлетелся. Ну, короче, ясно. Все в шкафу лежит. Так, металл. О, лампу. Вот эту вот надо изучить. Ледоруб, кстати говоря. Шприцы. Так, бочку взял. Шкаф где? Здесь, здесь. Гоу. Ну да. Чё-то маловато. 32 скрэпа, 1000 кловсов с лишним. High quality. Вот, металл мне нужен. Так. Блин, ребят, возьми адекват вот это вот, пожалуйста. Вот это хотя бы возьми. И пешку он возьми. Сейчас я все сделаю. Чё там? Хедшот попал, и он ушел. Лучник. Блядь. Угу. Двери. Смотри у него на... Сюда вот. Здесь, да, наверное, да, все взорвем. Воркбенч, наверное. Ну, да все взорвем. Кто-то с лука стреляет, ребят, я не вижу. Да. Справа где-то около дома. Ну выходи, адекват такой, на, раш! Дверь поебал. Все, дверь поставил. Вижу, на скале. Как на дом бежать наш. Так, 9 топлива. Блять, мне хэдшот. У них тоже, ребята, походу это этот. Читак? Да. Да, я минус. Да, да, читак, быстрее, быстрее, давайте уходите. В дом заходите. Быстрее в дом заходите. Сейчас, стой. Открывай. Там берданка еще. Открывай, открывай. Залезай. Фу, адекват где? Ёбаный. Ты стрелял нашего дома. Фреш спаун. Адекват, ты где? Сейчас бегу. Я на улице. Блять, я минус. Ясно. Ну кто? А что ты, сказали, ну, же домой сразу беги. Кушать. Справа, фреш спаун. Да-да-да. Слуг раздает. Я что за чит-то новый вышел? Какого хера? Вон, вижу на скале. На скале там двое, и еще откуда стрелять, блядь. Да, и со стороны водокачки пришел, они там рубят реально. А выход так, на крышу есть? Отойдите. Взрывать надо. Ну там дверей до хера.
Ну что такое-то, я не понимаю. Все, поставил шкаф. Авторизовывайтесь. Делаю кодовый замок, у него здесь две двери, сейчас мы их с вами запушим. Угу. Их дохуя на улице. Ну, инфу-то вы можете дать? Да, они, короче, находятся, это читеры, на против выхода скала. Прямо наверху стоят. Я подхожу к вам, попробую себя залутать. Давай. Тоже, блядь. Я залутан. Это я. Блядь. Это враг стреляет вообще-то. Опять фрешпаун. Минус один. Это я голый. Враги там, у тебя снаружи только враги. По мне не стреляйте. Да это враг. Враги. Ты понимаешь? Нет слова враг. Понял. Ну а что такое-то, не понимаешь? Кодовый замок делал, где он? А, все, охуенно, опять с лука прилетает. Фрешспаун. Так, он слева, резко. На доме один. Наверху, на крыше. Стой, один. стой, не надо, отойди. Открыть хочешь? Он не пройдет. Один ага. На полпути к дому. Hello, neighbors. How are you this morning? Я закрыл. Деревянная дверь, сейчас еще одну надо поставить, иначе они выжгут чем-нибудь. А, я сейчас это, подождите. Блин, дерева не осталось, вот в чем проблема. Есть 300, но... Дай! Вон в ящике. Да? Да. О, все, огонь. Делаю железную дверь и железный замок, все. Да, нормально, он их впаял. Ага. Трекер, ты со стороны скал бежишь, да? Нет, я дохлый. Ясно, кто-то бежит, короче. Все. Здесь железка у нас он будет. Он нам может здесь... этот выжечь, потолок, видишь? В смысле потолок выжечь? У нас тут металл. Металл вообще? А, это металл? Блядь, нет. Все. Так, подхожу к дому. Да, блядь, охуенно. Хуй знает, откуда чё? С лука прилетело, блядь. Фреш спаун. Блядь, скажи ты гандон, ебать, мать тебя родила, сука. Конченая, блядь. Так, готов, Добрыня? Да. Давай, пока один стоишь. Mm. Он должен сюда появиться просто. Вот его друг, есть, могу. Вот его друг, нет, в упор туда нельзя ходить, тебя, если убьют, он тут же тебя залутает, и представляешь, что такое будет, Саима раздавать с оружия. Его друг, блядь, сидит наверху, выебывается, когда у него, блядь, он бегает с читаком, бля. Вот это охуенно, вот это фан. Не палится, только это чит именно на лук. Это не на какое-то оружие, именно на лук. Это да, это отдельный, это отдельная функция. И он блядь, типа, не палится, что ли, нахуй, да. Он раздает только с лука, блядь. С оружием он фуфил. Но его друг берданочник, который наверху-то, это чмо обоссанное. Его, блин, я не знаю, с ножа завалим. Угу. Не высовывается, да, он? Не, вообще тихо. Знаешь, где он находится? Он находится сразу справа, если ты туда сунешься, понял? Угу. Давай, резко. Не видно никого. Вот он, идет. Голову дал. Блин. Так, следующий. Феня, не на... Блин, аккуратно. Ой-ой-ой. О, все. Ой, тут... Читер? Это, да, читер, но он с оружием уже раздает. Да, да. Да. Вот сюда пошли. Он же? Не походу, знаю, я жив. Да. Два хп надо оставили. Проверить. Феня, аккуратно. Да я аккуратно. Он там внизу появляется... Нет, дай тогда это, ты так ему СМГ скинешь, иди, ты, Добрыня. Я вышел на улицу. Назад. Ебать. Ага. Нормально. Надхилбовать. Ага, чувак. Убил. Мне хедшот одни, ребята, это, схватите пешку. Все. Этот минус, да, этот фреш, да, меня фреш убил, он с пешкой. Я в него задамажил, кстати говоря. Все нормально. Я твою башку взял. Брынь-брынь.